Всем привет! Сегодня мы едем на Красную Поляну. Я вот хвалюсь, что у нас зима, да, 3 градуса. А мы, посмотрите, едем, и какая красота. 3 градуса, море, травка зеленая. Вот такая сочинская зима. Мы начали тут уже заезжать сразу в прокат, и еще в Адлере. Здесь аэропорт, вот здание аэропорта Сочи. И вот едем по этой дороге чуть дальше на Костромской 86, прокат, где обещают нам лыжи по 500 рублей. Ну, это комплект получается, ботинки, палки и лыжи. Сегодня решили по максимуму сэкономить. Смотрите. 7 часов уезжает, 108, все равно приезжает к часу. Да, лайфхак, лайфхак от меня. Встаешь, просыпаешься в 7 утра, выходишь из дома через полчаса, ты приезжаешь на Розу Хутор в 12 дня. У нас раньше не получается. Солнышко сегодня, погода радует. Сниму вам красивые виды. Спустимся с подъемника Эдельвейс. Смотри, какая величина сугроба, ты показал, да. Встань рядом. Смотрите, такого в Розе Хутор, говорят, не было 100 лет уже. Сегодня мы встретились с великолепным мастером спорта, лыжником и сноубордистом по имени Алексей. Мой старый друг с Камчатки. Сегодня он будет покорять склоны Роза Хутор. Надеюсь, ему понравится. Второй раз, да? Первый там. А, ну он наверх-то не заезжал еще. Да. Ирина говорит, в коем-то веке мы собрались вдвоем, без ребенка, да? И чтоб солнечная погода была. И чтоб была солнечная погода, и вот такая вот красота здесь, и народу немного, и цены подешевле стали. Мы сколько собираемся поехать на Газпром, на Горки город, и все время сюда приезжаем, никак не съездим туда. Все засыпано, человеческий рост точно. Ну да, тут много. И они вот только принялись расчищать. Значит, вчера еще тут мел снежочек. Миша, смотри, сколько. О, на крыше, да, много. Вот это да. Слушай, так можно проломить такой вес, можно и крышу проломить. У вас же тоже там же снега нету. У нас дожди, мы приехали, дожди. Ну вот приехали и купаем. Снегу. Но в Краснодаре иногда выпадает же, там тоже на неделю, может быть, да? Нет. Тоже нет? Короче, как в Сочи, только. Только без пальцев. Если мороз чуть-чуть поддержит, то дня 4. Хотя мы вот к вам ездили, мы это увидели, что пальмы высаживают тоже в Краснодаре. Не знаю, зиму они переживают или нет, но увидели. Они их закрывают. Закрывают? Да, полностью. Так, ну что, мы тут с Ириной наконец-то вдвоем на склоне. Сейчас я хоть сниму ее, как она поедет. Только покажи, как ты мастерски поедешь. Она без палок, смотрите, она неуверенно катается, говорит, что она неуверенно катается, но при этом катается без палок. Но на самом деле для новичка она уже это, продвинулась, просто опыта не хватает, редко приезжаем. Ну что, это вот кресельный подъемник, шале, вот он, мы с него слезли. И что вот здесь внизу происходит сегодня, смотрите, такой пухлячок, прям еще не разбитая трасса, так мягко ехать по ней очень приятно. Так, ладно, Иринку ждать не буду, поеду побыстрее. Вот, ее уже не догнать, тебя, слушай, уже и не догнать, ты так уже быстро ездишь. После таких снегопадов кататься на Розе супер.
Сейчас мы поедем на самый верх. Сейчас я Леху найду внизу. И помчимся. Повезло еще с ботинками, с лыжами. Комплект вышел 600 рублей в прокате. Но пора уже, конечно, и на свои переходить. Леха, как долго вот эта очередь? Ну как долго, он уже недолго. Ты не видел, какие были очереди на Новый год? Едем по трассе Тритон, уже спускаемся к подъемнику, там мы на 1600 вышли. Все нормально? Ну там, значит, будешь кататься внизу, кайфовать. Нарезает свежий пухляк. Я говорю, свежий пухляк нарезаешь, да? Кайф, говорит. Ну и подъезжаем мы к подъемнику, сейчас приедем на Розу Пик. Жена у меня поедет вниз, говорит, сложно для нее, пускай катается внизу. А мы на южный склон. И основная масса, это все-таки основная масса катает здесь, с Розы съезжает вниз туда, а вот на Эдельвейс поменьше уже народу идет. Ну вот мы на Эдельвейс сейчас поедем. Везде. Да. Так, ну здесь вот, вот что происходит. Вот так вот все выглядит. С Эдельвейса сюда вот такая дорожка, можно оттуда зарулить на этот склон, чтобы не подниматься. А раньше, по-моему, ее не было, через верх шли, если я не ошибаюсь. Ну чё, как здесь видоны, тебе нравится? Красиво, да? На Камчатке красивее, мне кажется, за счет вулканов. Но мы на вулканы не так не поднимаемся с комфортом, да? Южный склон, Роза Хутор. Трасса Тритон, говорит, Свет Горизонт, Крокус, а мы едем на Явор.